Непредсказуемые цены на недвижимость. Так, в Иркутской области за 3 месяца стоимость частных домов увеличилась на 1%. Теперь приобрести жилье в пригороде можно в среднем за 5,5 миллионов рублей. Всего с начала года стоимость жилья выросла в 48 регионах страны. Самый большой рост цен на дома зафиксирован в Магаданской, Тюменской и Владимирской областях. Там стоимость квадратного метра за городом увеличилась от 7 до 12%. А в Мурманской, Томской и Московской областях, наоборот, цены упали на 9%. Так, в столичном регионе частный дом обойдется в 18 миллионов. В среднем по стране в третьем квартале цена на жилье снизилась до 7 миллионов рублей. Домов в продаже стало на 33% больше, чем в начале года. Одна из причин – отмена льготных ипотечных программ. Из-за этого потенциальные покупатели больше внимания обращают на недорогие дачи и летние домики.